Реконструкция центральной набережной Енисея в Красноярске выходит на финишную прямую. Подрядчики завершают укладку брусчатки на территории и устанавливают скамейки. Ну, а на месте парковки в районе речного вокзала строители создают ландшафтный парк с многоуровневыми клумбами. Рядом появятся детские игровые площадки и зеленая зона. Здесь уже высадили черемуху, иву и шиповник. А в ближайшее время на набережной подключат освещение. В ближайшее время запустим участок от рек-палаты до коммунального моста. Сейчас уже смонтировано оборудование и прошли все согласования. И на начало декабря мы планируем уже произвести все пусконаладочные работы на участке от коммунального моста по функциональному освещению, а также лифтовому оборудованию.